Специализаций у Анны Горн довольно много. Она и олигофренопедагог, и логопед, и дефектолог. Прошла курсы массажа и тейпирования. Когда-то Анна работала в детском саду, но быстро поняла, что может и хочет помогать большему количеству детей. Тогда наша героиня открыла свой собственный центр, где стала проводить бесплатные консультации для всех желающих. Часто мамы не знают, куда бежать, если, допустим, ребенок не говорит. Или ребенок слишком активный. Бывают некоторые дети слишком агрессивные. Они прям сидят и расстраиваются, начинают ползать в интернете, искать какие-то ресурсы. Мои бесплатные консультации были созданы для того, чтобы мам успокоить и дать им вектор. Сама консультация, говорит Анна, занимает от 20 до 45 минут. Начинается все со сбора полного анамнеза и разговора с родителем. Постепенно, шаг за шагом, налаживается и контакт с ребенком. Начинаю с ним играть, узнает он ли он цвета, если мы говорим там про 2-3 года, что он может сказать, что он не может сказать. Иногда, конечно, чтобы проверить мышечный корсет, чтобы понять, может, ему все мешает, вот эта вот вся моторика ему мешает, у него там мышечный спазм, как раз требуется вторая консультация, чтобы уже положить его на массажный стол и просто прощупать его мышцы. С октября 2019 года к Анне обратились родители более 350 малышей и школьников, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Вовремя заметить проблему и понять пути ее решения. Такие возможности должны быть у всех без исключения, уверена Анна. В 3 года, если ребенок плохо ориентируется в пространстве, куда ему делать шаг, куда ему повернуться, то его в 5-6 лет тоже видно, что у него вот это правое и левое сразу нарушено. Значит, на письме у нас вылетает, что у нас буквы сразу зеркалить будут. И вот эти вот мы диагностируем проблемы. Она применяет в работе в том числе и свою авторскую методику. Занятия чаще всего проходят в движении, чередуясь в случае необходимости с логопедическим массажем шейно-воротниковой зоны. Массируем, может быть, тоже чуть-чуть больно, потому что у нас вот здесь с тобой мышцы находятся, которые держат нашу спинку. И нам надо с тобой качественно промассировать, представляешь? В случае победы в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы рядом ради перемен» она мечтает выпустить большим тиражом свои авторские пособия и расширить штат сотрудников, чтобы помощь могли получить все желающие быстро и без очереди. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.